Всем привет! Меня зовут Ирина Шкодрина. Вчера я записала ролик о том, что началась предварительная регистрация в проект, который называется Matrix Boom. Очень много вопросов от рефералов. Я постараюсь сейчас на них ответить. Некоторые рефералы, первый вопрос, не могут зайти в свой кабинет, не могут найти логин. Вот только есть регистрация, а логин спрятан под вот этими значками. В Google Chrome нажимаем на три точечки в правом верхнем углу и масштаб. Если масштаб уменьшить, вот он, появился логин, а под ним регистрация. Можно, конечно же, уменьшить до тех пор, что будет видно и логин, и регистрацию. Видите, с левой стороны. Поэтому вот таким образом мы находим свой логин. Далее что мы делаем? Далее мы переводим на русский язык. То есть нажимаем на русский флаг. Для того, чтобы зайти в свой кабинет, нам нужно решить капчу. И не все могут эту капчу... Нажал на тизер. Не могут эту капчу решить. Поэтому нажимаем на русский флаг и потом уже нажимаем на логин. Все. Если я, например, как я сохранила, заходим по логину и паролю. Нажимаем «Я не робот» и вводим капчу. Ну, капчу, конечно же, даже мне повезло, не буду ее решать. Вот сегодня два человека не смогли зайти даже таким образом. Сейчас, конечно, я постараюсь зайти в свой кабинет. Поэтому они так закрыть и все-таки нажимаю назад на выход. Почему? Потому что еще не ответила на второй вопрос. Некоторые заводят свой логин и пароль, вводят капчу и все равно их перебрасывает на главную страницу. То есть они не могут попасть в свой кабинет. Я не знаю, что случилось. То ли пароль неправильный, то ли логин неправильный. Но не может быть это, ладно, у одного человека. А то два, три человека и даже, наверное, те, которые я не знаю, не могут зайти. Они начинают нажимать «Вы забыли пароль». Когда нажимаете «Вы забыли пароль», вам вводят почту, которую вы должны... и отправляется, ждет письма. Пошли на почту, написали свою почту, зашли на почту, ничего нет. Возвращаются, опять нажимают «Вы забыли пароль». Опять вписывают свой email-адрес и еще раз. Потом второй, потом третий, потом четвертый раз. И в конце концов им пишут, что ваш IP-адрес заблокирован. Почему? Потому что... Они думают, что вы пытаетесь взломать чей-то кабинет. И, естественно, у них такая реакция. Потом, конечно же, я написала в поддержку, попросила, чтобы рефералу вернули его аккаунт. И они ответили, что написали ему письмо с извинениями. Возможно, время сервера не совпадает. Но подождите немножечко, пока это письмо придет. Так, все-таки сейчас я зайду в свой кабинет и буду пока заходить и рассказывать. Сегодня у нас... 31 мая, конец месяца, у нас в 7 часов вечера по московскому времени будет вебинар, который будет проводить вышестоящий спонсор. Ссылочку на этот вебинар я оставлю под этим роликом, а также под первым роликом. Также будет создан скайп-чат. В этом вебинаре дадут ссылку на скайп-чат. Как только ссылочка у меня появится, я тоже буду оставлять под каждым роликом. Потому что многие говорят, есть ли у вас уже скайп-чат. Лично я свой создавать не буду, у меня просто физически времени не хватает создавать лично свой скайп-чат. Поэтому у нас будет командный скайп-чат и вебинары будут периодически проводиться. Поэтому следите, или ролики буду писать, или в скайпе потом уже будут, в чате об этом будут писать. Постараются ответить на все вопросы, которые будут заданы. Еще вчера было... Третий вопрос. Не могут зайти вообще, вот зарегистрироваться не могут. Сейчас покажу картинку, которую мне давали. Вот такая картинка была у моих трех партнеров. Один из них был с Узбекистана, двое было с России. Когда вот такая картинка выходит, это значит у вас проблема с провайдером. Это все связано с Ростехнадзором, простите. Это связано с Телеграмом. Поэтому пришлось установить расширение. И через смену IP-адреса человек смог попасть в кабинет. Обещали сегодня этот вопрос решить. Я думаю, что к вечеру уже все будут спокойно заходить в свой кабинет без смены IP-адреса. Если вам нужна смена IP-адреса, напишите мне, я могу вам дать расширение. Или давайте же еще я ставлю ссылку на расширение, которое установится в Google Chrome. Оно у меня это IP-адрес, но не забывайте потом его отключать. Далее. Команда моя растет. Благодарю за доверие. У меня лично партнера уже 118. Моя команда уже 283 человека. Все многие спрашивают, надо ли проплачивать. Даже я не проплачивала. И пока
у кого-то есть деньги, ну проплачивайте, хотите проплачивайте, я не могу вас заставить. Хотите, не проплачивайте. Поэтому у меня сейчас 0 активных партнеров. У нас впереди еще 21 день. Можно собрать $15. Можно пригласить 4 и более 4 человек. Потому что здесь написано, что если вы пригласите 4 человек, вы заходите потом в бинар. А в бинаре там уже, конечно же, и переливы. И там и заработок другой. Отличный будет заработок. Вот если хотите заработать хорошие деньги, приглашайте. Не можете приглашать, как одна женщина говорит, я не могу приглашать. Но я, говорит, заведу деньги. Ну, Бога ради, есть возможность, заводите. Но я хочу сказать, если вы пригласите 100 партнеров, давайте так, вы пригласите 104 партнера. 4 партнера пойдут вам на активацию бинара за $60, а 100 партнеров принесут вам прибыль $1500. Хорошо? Это просто превосходно. Так, ролик уже затягиваю, 6 минут. Давайте на вебинаре готовьте вопросы. В 7 часов сегодня вебинар. Надеюсь, было полезно. Пока-пока.